О, калач, 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 очка матч. Калач, да, да. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Топ. Вот сука, 10 секунд-то не прошло. Без понятия. Нет. Дождь из мужиков. О, там штука крутая лежит. Пожалуй, я ее возьму. Чё там? М? Чё там? Штурмовой карабин валялся. Mm-hmm. Моя любимая пушка в этой игре. Почти гранатомета. Это было охренеть, неприятно. Кто гранату взорвал у меня под ногами? Союзнички. Моя пушка в этой игре. Почти гранатомета. Это было охренеть, неприятно. Кто гранату взорвал у меня под ногами? Союзнички. ППшка, кстати, прикольно валяется. Птичка, птичка, птичка. ППшка, кстати, прикольно валяется. А, я думаю, что за фигня, почему что-то два раза слышу. Mm-hmm. Я сейчас такой думал, а что ты фразы дублируешь? Потом понял, почему. Какие фразы дублируешь? Не понял. Потом поймешь. Вроде ничего не дублирую. Но это не точно. Семечка, блин. Так, у вас там есть место? Да так, найдем, чё, пересоберемся, если чё. Не, я знал, сейчас просто вдруг бы у вас там место было. А, нет, сейчас у нас фулочка. Серега, иди на метку. На белую. На белую. Где белая? На миникарте восклицательный знак тыкается. Иду. Открою. И как ее взорвать? Ну, ешкой. Вот. Нет, всё. Она сама взорвется. Ну. В ПВП что ли пока пойти? О, я пожалуй пулемет тяжелый возьму вместо гранатомета. Не, гранатомет хорошая вещь. У меня карманный гран. За турельку можно встать, да? Да. За стационарный пулемет, да, можно. О. Они же сейчас по-любому побегут, да? Угу. А чё никто не взаимодействует? А, ты там турельки ставишь? Я, да, я тут развлекаюсь. Давай, я готов. Я за турель стою. Почему они не завезли в Токио третий эпизод? Вот хороший вопрос. Может, на следующей неделе заведут.
Но... Будем на это надеяться. There were moments when men's cruelty could not be explained. It had to be seen. Ааа, блять, меня. Хуета какая-то пиздит. The perfect shot pierced our numbness. Sent up a flare to save the next generation. And said, this is where we've been. Don't follow. Then there was no one left to heed the warning. And the only one left to save was yourself. My earliest memory is war. It was a conflict so complex that it could never be resolved. But this war isn't complicated. Oh, заберите у меня семки, а? Ethan. Stop fighting, Ethan. Be polite, Ethan. We can suppress the animal instincts all we want, bury them under layers of polish. But they exist for a reason. When we lived in a genteel fairy tale world, somebody did the dirty work out of sight. But when the fairy tale turned nightmare, those instincts were the only thing that kept us alive. Нормально, не получилось у Нигера съебаться. To the people who ignored me while I hid behind zeros and ones. Thank you. Данил, инвайт отправил. Инвайт отправил. Да, слышал. Так. Все, я у вас. Угу. Че, Серега, у тебя как по ощущениям? Сложность добавить? Или норм пока? Вообще на какой? На второй? На второй? Ну, второй нормально для начала. Ну да. Так, сейчас я класс какой-нибудь возьму другой. Верни мне негра. Так, просто выбери его. Ну, медика возьму. Ты не хочешь поржать? У меня абсолютно все оружие 5 уровня. Ах, ты нет. Даже чертов арбалет.
Как арбалет пятый? Карает. Причем всех, и союзников, и врагов, там просто ваншот. Я хотел его качать. Пятым. На пятерке, короче, как-то это побежал с арбалетом, дал неудачно, сразу минус 3 сделал. Стою. В союзе, да-да-да. Стою такой, как дурак, один живой. И с арбалетом. Ладно, все под ноги тоже. Ну, как-то вообще неловко вышло. Вот, а вода и трубы там, где этот, на поезде будем бронеться-то, да? Это да. Третий, последний, это где сбежать уже надо. На эту лодку отпивать. Нам же кто-то подключился, что не понял. А он ливнул же, он подключился, посмотрел, что мураки какие-то непонятные, и слился. На втором уровне сложности проходим. Но... Ну, let's go. Так. Не, ну после пятерочки прям тут вообще хорошо идешь, такой всех скашиваешь просто. Так, у меня что за оружие, блин, Зишка? Серега сейчас атаку не устроил. А, нехорошо устроил, а? Блядь, мы тут, почему вы от нас убегаете? Ну, окей, слушай, я так отстрельбу от вы. Так, я управление вспоминал. Так, а чё, сразу, я думаю, прибегаем. Да? Да, я взял. А, у меня ОБС-ка с котель. Чё у тебя? ОБС-ка потеряно подключение. Мы чё, мы в телевизоре? Да. На Твиче, что ли? Нет, YouTube, я просто запускаю сейчас. Так, тут обычно... А, тут... А, нет, тут носорог. Я вообще хотел кинуть в него... Это как я. Нормально, я там под жопой граната взлетела. Там баллончик был. Вон еще ППшка есть. Или ППшку покачают. А, жрут. Ладно. Ой, я не взял ППшку, ну ладно. Так, я сейчас на секунду, на секунду. О, гранаты. Че, будем подвал зачищать? Да, да, все, я нашел. Взрывашку. Пау, пау. Где? Крикон. А! Ау. Почему? А чё с ним? Ну, у него бывает. Я просто думал, может, я кривой. Че за скример? Дядя? Да ладно, пошлите. Стоит, что-то там крякает. Бля, не попали в голову. Я так хотел. Ну уходи, бот. Там Марина, ну чё? Марины танки. Там чё, у Марины горит, но Марины танки. Там ранги. А, она в ранге решилась? Уааааш! Реакция хоть есть.
короче, гранатомет и всякая хрень. О, бензопила, дружба. Еще есть пила. Я возьму там. Нет, смотрю, что тут еще есть. Турель? А, упал. О, то, что мне на... Сейчас вот... А что у нас получается, из обороны только одна турелька, что ли? Да. Топ. О, возьму вот этот карабин. Ой. Ой-ё. Угу. А, это бот убьет. Я запускаю, короче. Он все равно больше ничего. Гранатомет? Ребят. Я аптеку пометил. И тут с аптеками у всех есть. Медленно подхиляюсь, заберу. А у тебя пока что нет этой с полки-то? Не, у меня есть она. Это перк, слушай, я не помню, или нет. Чтобы других хилять. Да. Где-то уровня на 20-м, кстати, он только, по-моему, появляется. Я не такого уровня. Сразу распекал. Больше нет. Ладно, заберу. Серега, возле тебя толпа. Я вижу. Ладно, я подхиляюсь и заберу вот. Че вы их добить хотите? Не, пойдем. Да что? Мы их добить можем. А на меня тут сейчас штука побежит. Я вас слышал. Бегу. Тут сколько у нас тут? Это было мощно. Спецэффекты. Не попал в него, но не убил его, странно. Какашками своими раскидываешься. А, понял. Кнопочку нажми. Я смотрю такое, то, что все, я на вас хилки кидаю. А ты, она у тебя за спиной стоит. На вас не такой возле пульта. Я на вас вот хилки кидаю, и все как бы. Ноль эмоций. Ай-яй-яй, ребят. Да чё так ажиотажно? Ой, я сам офигел. Ой, я там где-то. Там кто-то навонял. Классно.
Я винтовку заберу. We still in New York? It's a museum in the park, old monastery. Come, ну, сейчас сразу пойдем через музей. Да конечно. Я с бензопилой. Разрешите пропустить. They're coming through. Go, go. Там. Почему вычислил пилот, что прошли такие? Нормально. На характере. Ой, сейчас зомбарей подул. Да я по кошке взял. Что бегал? Ну, у меня что-то есть эти фризы небольшие. Не, у Данила ты просто на глушняк. Он, да, это... именно. У меня про что-то ФПС заболел. Мины. Ай. Кто-то мне там по затылку надавал. Ну и еще пулемет спереди тебе успел дать. А потом я. Тут этот бомж здоровый. Бомжа, помогите! Сзади тебя! Нормально, я, кажется, сотрясение заработал. Да ну пару. А чё с ними? Крикуны, да, они зависают почему-то, я не знаю. Я просто не стреляю, стреляю. Думаю, о чём? А он ползет. Да я стреляю, он ползет. Вон, Серега, аптеку забирай. Да-да-да. Я тут как раз одну потратил. Вот что покачать можешь? Новый карабин. Че, газуем? Ну, если все, все исследовали, да? А наверху были? Смотрели, что там? Вот я уже смотрю. Ой, звук. Где-то алкаш. Ёшки. We're getting on that boat. Keep them back. I'm reloading. Ни хрена себе, какая штука. Ну, про здоровье. Не-не-не. Я про винтовку. Ага. А, ты со снайперки тут пострелил? Да-да-да, там чуть-чуть. Я пошел на лебедку. Ай-яй-яй-яй-яй, жрут. На пирсе жрут. Скинул. Не ту пушку просто поставил, вот сейчас я пушку веду. Лезу кончился. Что-то стало. Эй, это твое? Тут можешь покромсовать. Поднимаю.
We got a howler. Up down. Somebody help. Поднимаем. Угу. Скинули все еще? Показывал вот этого спайдермена. Че, он опять там просто стоит, да? Ну опять алкаш на мне. Блин, вы еще. А все, к лодке можно идти. Еще алкаш. Что-то я даже в какой-то момент поднапрягся. Так такое, Данила там два раза уронили. Там алкаш на него, но прыгал. Впрыгивал. Александр, что он сзади напрыгивал? Данил киллера взял, короче, я больше всех поднял. О, МК 4. Сейчас я быстренько. Я покурить сгоняю. Окей. Ага. Штурмовой карабин номер 4. О! Ачка-мач второго уровня. Точность, убойность. Так, ща. Секундочку. Настройка оружия. Ачка-мач. Так. Вот этот. Чё у меня? Ой, блин. Класс, я у меня в так. Классе, в меднике. Херня. Блин, на 9 уровне только калашников откроется, РКшка, 103. Ага. Я не быстро. Ну, чуть-чуть осталось, что-то уже 5. Пойду перекурю. Я тоже быстро перекурю. Ой, Иерусалим.
На 15 уровне у тебя там хорошая карма. Спалк. Я готов. Mm? Я готов. Там нифига это. Куйвышев, оказывается, попросил исключить сквер из возможных мест строительства храма. Так ясно, может. А сейчас вижу около этого, около... Дивсы хотят построить. Ой, космоса. Ну как вариант, чё? Так-то уже пофиг. Сегодня зашел в танки, значит, повоевать. Ё-моё, я только от арты умирал. Фига. 2-3 арты, и они все по мне стреляли. Я вроде, знаешь, из-за башни выйду, так четко начинаю стрелять, и мне просто привет такой прилетает сразу двух арт. Точно, прям вот в корпус. Может раздуть, сложность повыше поставить. Чё у меня за Гоша Куценко? Чё, сложность повыше ставим? На третью можно поставить. Ну давайте. Ну третья это уже прям... Это я... Сейчас всё будет. Я это... Не мог сложность поменять, пока мы в загрузке были. А я поменял. Я нажал сложность, ну-ка, вот нас меню кинуло. На третью, и все, нас сразу обратно поставило. Чего мужика выбрать не могу? Поменять. Ты вот не пофиг. Можешь, но там заняты, наверное. А, нет, никто не занят. Ну. Странно. Вот Данила за стейтом и играет. В кипарике. Иерусалим. Ну все, ломимся. Хотя вторая, третья локация интереснее.
Че, вторая, третья? Локация интереснее, чем это. Чем первая? Да, чем вот это. Ну, туда она такая. Побег-то вообще бестолковый в конце. Че вы скипаете? Я заставки хочу смотреть. Смотри. У нас рефлекторный уже просто. После 50-го просмотра. Че будем шуметь? Не, нечем шуметь. А, не, у меня пистолет же без глушителя, че это? Серега дробаш валяется, если чё. Где? Да. Пойдет. Оп, стой. Что-то. Ну вот там вот еще это ящик лежит внизу. Так, чё, куда турельку ставить? О, возьму лучик. Не, хотя ладно, ППшка побегу. Сюда. Короче, жму. Жму кнопку. Че там? А, там снайпер. Хорошо полетел. На крышу был? На. Сзади. Ой-ой-ой. О, ребят, много. Это большой поймал. Пицца тряску заработал. Медленно бегаешь. Что, сзади поперлись. Угу. Алкаш. Вижу. Снял. А, я. Патроны кончились у этой турельки. Подожди, заряди ее. Ну такое. Жать надо. А, у меня пистолет с глушителем, оказывается, был. Вонючка. Еще один. О, ребят, гранатомет. Серега, давай тебя подключу. God, I hope you're right about this guy, Wolf. I'm not gonna lie. Satellite weapons sound like bullshit. Штек. I sorted test fire. Melted a macabre tank. Get in so we can board the door. Бежит алкаш. Блин, видишь, как дальняк вообще не рабочий. Патронами немножко. У меня тоже, у меня три магазина. Да, больше. Сейчас уже. Будет ящик скоро. Тебе можно не переживать.
got it. Почеку труп. Alpha, you have targets moving on your position in жрут. Copy that. Благодарю. Get to the house fast. Нашел взрывчатку. Door shredder? Yes, please. Красавчик. Почему вы не убиваете? Ой, тут у меня все. Нифига, я зомби раз стрелял. А почему не стрелял? Он, конечно, промахнулся. Доктор, ты в порядке? Я думал, что я умер. А, на первом этаже еще ящики есть. За домом. Эх, ладно. Shit! Here they come! Кто запустил че? Все, время вышло. Что-то мне какой-то бал сделать, что... Да ну хорош, сколько в тебя всадить-то надо? Спинку надо ему. Да, еще один. В лицо он плохо умирает. В голову. Только отступить. Screamer, he's bringing in more of them. Так, не вижу скримера отсюда. Вон он. Че, граната не попал, что ли? Почему зомбари стоят? Ну, там аптечка. Я вниз упаду за аптечкой. Здоров. Ух, блин. Не-не-не, я передумал, я передумал. А, Миха, понял, понял. Не успел прибежать. Не-не, меня тут не поднимать. Не стоит поднимать. Там малёку пережестил. Спасибо. Ой. Ой, спина. Все, скинули его. Блин. Кто в него стрелял, не знаю. Серега, мне прицел произошел. Так, я за пулями. Мишка. Есть аптечка? У меня нет. Там, если что, Серега, справа он значками отображается. Да, это я вижу. Что справа валяется? Извините, не забрал аптечку? Я забрал ту, которая там валяется. Нет, я это... Там, где ники, короче, там отображается, если у кого-то есть аптека или... Взрыв-пакет. О, каш. Ну,
is at the hospital and one is at the consulate. Are you fucking kidding me? Oh, suck it up. Let's find the damn codes. Тут два маршрута, я по второму пойду. Like this place. На втором танк может быть. Ай, блин. Бегу, бегу, бегу. Их тут много. Я понял уже. Еще одна. Алкашей нету? Вроде нет. О, нашел сейф. О, аптечка. Ништяк. Got number two. Let's get the dock and get out. Alpha, I'm burning through fuel here. Doctor, we have a satellite link at our base. Does that work for you? Как такое можно пропустить? Все, иду к вам. Ребятки, рядом. Phoenix, we're coming. We're ready. Copy. Moving the consulate helipad. This way. Don't say I never help you. We could use the roof. Я думал, я завис. Догнал. Вижу алкаша. Эх, не убить его отсюда. Нормально. Да, это прелесть. Тут гранаты заберите. А ящик чё, никто не открыл? Я вообще взорвал дверь. Опа, винтовочка. Позюка.
over here. Place the machine gun. Так. Ну чё, мне такое поставить пулемет? Вы издеваетесь? Будет бум. Короче, нужно больше зомби. С другой стороны. Поднимите. Ребят, поднимите. Сейчас. Может до вертолета просто добраться. Somebody help. Да хп нету. Я сейчас упаду. А чё сейчас было? Мы пришли. Я допотел. Ой, там бегать, запчасти собирать, вот, стой. Да тут немного, тут их штук 8 надо будет притащить. Я знаю. Просто сам факт, что бегаешь по локации, плюс тебе надо защищать его. Сейчас всех сторон выбегу. Да. То, что карта открытая. Ну там в ангарах турельки обычно лежат, их можно ставить возле тачки. А чё так сейчас левел медленно поднимается, чё не сделали? Левел в смысле? Аккаунта. У меня как был 74, так и остался. Не в курсе. Ну, наверное, они решили быть адекватнее немножко. А то там цифры у всех какие-то нереальные. Многие максимально. Сказал он еще с 72-м, да? Я и говорю. Цифры какие-то. 200 видели. Все. Ну да, это прям потолок, который мы видели. Это мы еще бегали как раз с 70-х, 60-х лэпов.
Wouldn't want to scratch your paint job. We get inside the power plant. Take cover and wait for Phoenix to draw the locals away. Copy that, Alpha. Spike. Всех зарежу. Просыпной. Так, помнишь, Миха, здесь справа на горке можно идти. А там не всегда... Я забыл, что мы с дробовиком. А здесь есть, я же говорю. Я же херню не скажу, ты знаешь. Там иногда внизу бывает. Ну... Я поэтому всегда не с чека. Надо было сразу наверх просто идти. Вот сейчас тут локация мне очень нравится, именно этот фрагмент. Он такой охраненный. Ну, у нас Watch your backs. Zeke's are inside. Так, Мик, вот Серега вот здесь, а потом через время будет этот алкаш сидеть. Он крайне неприятный. Ты еще легко сказал, но он крайне неприятный. Танк ложит. Все их порежу. Ух ты! Серега уже стреляет куда-то. Как толпа побежит туда стрелять? Штяк. Вот там еще какая-то хуйня лежит. Вот здесь гранат. Кажись. Да, гранат. Начинаете? Shooting up with the stim. Using the stim. They're coming through the dam. Ладно, я на тот пробил. I think I can stop the turbines from here. So what? Да ладно, я звездишку успеваю поднимать просто. Дайте им подняться. Пустите их ко мне. Знаешь, я еще волну не убил, типа. У меня уже пульс закончился. Все, в последний магазин. Этот! Дядя! Все, ребята, я вам помог как смог. Теперь... Ребята, пока. У меня тупо пистолет. Ну, слышал, алкаш появился. Lurker! Phoenix, report!
Я их порезал всех. А, все гранаты забрали, серьезно. Я не знаю. Мы тут нормально пошлепали их так-то. Не, видишь, какого хуйня вообще не может победить. Да там у Марины опять что-то происходит. Так, окей. Stay close. Look nearby. Gringo, stay close. Эх, Алкаш, на улице остался. Big door straight across the hall. Вы такие беспалевные. Смотри, видишь, это не я трогал. Там чувак уже трогал. Не, я подумал, чё уж так, поддержать придется парни. Ой-ой-ой, ребятки, ну нахрен. Да хватит мне бежать. Аптека. Я жирного убил. Классно, конечно. Там еще бежит жирный. Жирный меня поймал. Я знаю. Юлечка. Поднимаю. Давайте я пока зомбарей сдержу, как могу. Ой, все, у меня пули закончились. Аптеку забрали, нет? Бежит этот. Аптека, ребят, вон. Мне не надо, вот он мне говорит, да? Все, я тоже все хилял, короче. Так, что, первый этаж лутаем? Что-то вижу. Взрывная винтовка. Panel, right up there. О, я гранату не взял. О, аптека. Hey, better be quiet. Surprise! О, сейчас нажмет. Ой, у меня этот бугай выдохся. Вонючка. Алкаш. Watch that goddamn lurker. Давай сюда пробежим стол. Down there. We've got to jump this fence. Два алкаша. А нет, один вонючка. И вот они они трогают. One after another. Не майка, беда, у меня пройдет. Да помните, когда я доходил до такого, чтобы у меня пули заканчивались? Полностью. Ну, сегодня уже раза три. Долбанная узишка, она просто вот... Ну да, там. У меня, кстати, если что, взрывчатка есть. А, Серега, стой. Да, было бы неплохо. Ну, защищайте меня, у меня только 9 пуль осталось в пистолете. А, вы навоняли. You get used to it. А, ну хорош, короче, это толстый выдыхается постоянно. Да, они все выдыхаются. Дробовик.
Понимаешь, что уже запустил чувак? Сереги в лысине пару пулек зацепилось. Спасибо. Я просто стою такой за стримиха, просто под затренингом. Нормально. Все под контролем. У меня есть аптечка. Ай. Мне пригодится моя аптечка. Там еще одна мина, две мины впереди. Я вижу, их тут много. Их тут не одна. Тут штуки 400. Все норм. Спецназ. Ух, я их там. Да, сейчас самое веселое начнется. Так, где можно открыть комнатку, например? Чё, мне везде винтовку попытается? Всё, началось. Так, какого чёрта я тебя не мог... О, слышу. We got a screamer! Сзади Серега, спереди. Got something. Hold on. Look. Storm's right here. Watch that goddamn lurker! Где-то алкаш. Алкаш! Bingo! Блин, мне кажется, около Акумы стоял и убежал оттуда. Обезьяны бегут. Сзади толпа. Этот толстожопый. Lurker. Вот это что? Открываю, значит, дверь, и мне в спину алкаш бежит. Я просто в полете его убивал. О, гранат.
go. Got it. Using the stim. Так, еще не все, да? You, а, Серега, еще стой, стой, стой. Hey, stay still. I got you. Вот я тут нахожу потихоньку. Я последнюю несу. А, да? Так, их семь... А, все понял. Даже Марина этим недовольна. Ау. Понял, это хреновая идея. Ох, блин, не там потратил взрывчатку. Would all of you just shut up for a second? I think we're losing them. Phoenix, I think we made it. Heading to the base. Be ready. Good to hear your voice, Alpha. Standing by. Скажите, дробовик, все, пятого уровня. Я буду рад. Ну, пистолет пятого. Блин, дробовик не пятого, серьезно. Так, а что у нас там? Угу. И оружие. Пистолет. Не, я лучше теперь не буду убирать с пистолета. Пофиг, что там. Он мощнее, все дела. Он топ. Зато я ведешь просто тух-тух-тух-тух в тишине. Классно ведь? Не знаю. Я знаю. Мне и с этим хорошо живется. Ну, потом говоришь, блин, а у меня глушителя нету. Когда мы начинаем с тобой вдвоем по столу своей играть. Ну, ты типа убиваешь всех, а я гуляю просто с вами. Нормально же. А что, у меня ППшка без глушителя, пистолет без глушителя. У меня есть мачете. Он с глушителем. Он всегда с глушителем, да? Мачете, да. Эпизод 2, Иерусалим. Техподдержка. Бодро идем. Угу. Вспомни, как мы долго Токио проходили первый уровень. О, это жесть вообще. На второй сложности. Да. Это вторая сложность была? Да, мы второй сложности долго его проходили. Жесть. Ты, Серега, аккуратно сейчас, тут все в минах будет. Не, вроде не здесь. Ага. На, в начале там. Bunker's on the other side of the compound, but it'll be locked down. How do we get in? Booby traps. The base. А можно вот на этом поехать? Они водить не умеют. Они водить не умеют. Most likely. Ну нахуя? Что такое? Бро, мясо. Так, вы что начали-то, ребята? Это у меня уже похуй нету. Куда я дел? Я в столб зомбарей попал. У меня вообще почти хп нету. Так, я сейчас тут все смотрю. То ли я слышал алкаша? Нет. Я слышал алкаша. Я такой говорю, только, вроде только слышал алкаша, и сразу же крестик появился. Am I clear to come through? Doc, we're good to go. I'm coming through. Let's see. Чё мне всё забираешь? Я ворота открыл, зашёл. Ящик открыл.
просто хочу это оружие сменить на что-нибудь более приятное. О, омолот смотрит. О, арбалет. Так, давай ты будешь без арбалета. А я! Это что было? Мина. Да вы чё, сговорились что ли? Какая нахрен граната? Это не граната, это арбалет. Ё-моё. Беда в том, что у меня пули нет. Может, оружие даже не шутит поменять. Я need help. Сейчас, сейчас. Ты где? Он. Я на американском УАЗике. Ты прям сверху. Так, где пули? Где пули? А, вон где пули были. Вот слепой. Дай кешный ход. Обожаю этот класс вообще. О, вонючка. Топчик. Вот тут чем начал. У меня есть арбалет. Куда турельки ставить? Мне куда лучше турельки ставить? Турельки? Да, да, не знаю, где-нибудь поставить. Вот здесь поставлю. О! По одному, блядь. Мне тетка сказала, что она где-то у локера слышит. А почему я сяду? Yeah. Почему? А, Серега за пулеметом. Ладно. Мне качаться надо, ничего не знаю. Там сзади снайпа есть, если нужно. Да идите. Где снайпа есть? О, ты что, сзади. Я ее видел. Ладно, я короче теряю. Ну, еще лукаш. А, там. Нет, я знаю. Ну нахрен. Алкаш тебе рад. Локер. Using the stim. What the fuck is taking so long? Сколько мы зимы качаем, ни хрена не качаем. Что за меня за это? Некомфортно мне там стало. Затоптали. Затоптали, все. Демоны. Ну ты был хорошим другом. Выбивать тебя не будем, извините. Короче, у меня какой? Да ладно. Ааа!
Тут спасибо. Мячик. Понимаешь, там их еще поднять будет. Ты нам был как этот. Мы будем помнить тебя. Открой дверь, мы должны их спасти. Открой, открой. Кто мне там по затылку треснул? Не знаю, я спереди бегал. This could get ugly. Doc, you need to find a safe place and stay in contact on the radio. Contact on the radio. Да ты опять издеваешься. I'm dying here because of a fucking generator. Start it up. Где-то алкаш, да? Алё. Тут алкаша не слышит, я не понимаю. Я слышу, но он где-то вдалеке. Да, он где-то вот. Вот там. Не, я его уже убил. Тебе, Серега, нормально, да? Там тебя... А, он меня не пинал даже, он промахивался. О, ребят. Я сестру вас весело. У нас вообще офигительно. Еще не ехал мне прям пулеметом. Убегал. У меня он закончился. Да не упро. Я уже закончился. Пока что бежал. Да кто, блин, гранату мне в затылок опять кинул? Заметь, мы с ним справа. Это не мы. Пустите меня к ним. Есть патрон, пацаны. Да. Hey, look over here. Хорошо вам. Очень хорошо. Алкаш. В этой, в будке. Скорее всего. Нет алкаша. А чё, как слабаки на живую через забор драться. Ладно. Я все хп снял. Да ну ты, брат. Патроны, патроны. Да ну хорош по мне-то стрелять, ты еди твою. Я когда стрелял, ты сам. Тяжелый момент. Я патроны поднимал. Так. Хватит их убивать, пошли дальше. Можно сразу побегать, все, полутать, пока есть время. Такое двухминутное. What? What? Just tell us what to do! We've got to power up the array. Sugar up the startup on the console downstairs. Где? Жрут. On down! Ой, вонючка. Этот.
Мой аим просто ужасен. Я арбалет скину, если надо кому. Давай. О, нет, там бровее. Ладно, я пока все бегал, искал, все забрали. Не, арбалет-то там же лежит. А, вижу, 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 вижу. Да, блин, я хил арбалет. Аптечка есть, пацаны. Да, я сейчас тебя отхиляю. У тебя самого хп нет. Ну и чё? Я тебя отхиляю. Он же лекарь. Пусть лечит. А чё все двери открыты? Мы ходили, тут гуляли. А он сразу за собой закрывает. Ты чё, ребят? Чё там случилось? Да, нет, всё нормально. Амон. Ой. Отойди, не маяч перед лицом. Хотя бы взять. Yes! О! Чё? Фига, я чё я нашёл? Чё нашёл? Открывашку. Открывашку. Да, я как раз поднимался по лестнице, будет что-то есть, я подумал, это оружие. Да, нормально он ворвался. О, у нас другая беда. Двойная нормальная беда. Амон, 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 амон. Я, пустите. Пустите меня к нему. Ну ладно. Тут толпой пить его. Не, ребят, я тут постою. Сквозь это не пролетает, что Донни. Слышал алкаша. Вижу алкаша. Молодец. Турельку перезаряжу. О. Не-не-не-не-не, стоп. Мне с другой стороны закрыть надо. Зачем? Забей вообще. Да, там же дверь закроется. Ну. Топовая штука валяется. Где? Гранатомет. Чё там где валяется? Ну штурмовой карабин. А, у меня такой же. У тебя винтовка, по-моему, была. У тебя не карабин. Карабин поприятнее. О, аптечка. Вот вектор. О, я вижу, молодца. Нашел где умереть. Бля, дайте, я тут сетку поставить не могу. Не, мне не надо. Тут есть что, оружие есть? Три пушки. Гранаты. Да, я что-то зажрался, мне плохо, ничего не надо.
Я даже это. Че это вонючая скотина? Феникс! Хоть старт сделаю. Ой, алкаш нашел. Так, а я забыл. А где пуля? А, я пулю-то не брал. Что там левая сначала? Так, я пульт управления. Вы узнаете зачем? If they get too close, I think these panels open the floor grids. Да они не дойдут до него. Вот они, триггерящих бойца. Мы слишком жестко их встречаем. О, алкаш. Пошел ты. Эх, все было классно. Они закончились. Ну да, я там пострелял. Get us out of this hellhole. Shut him up! They're gonna overrun the base. Gringo. Holy shit! Hold on! By God Almighty! Well, it works. Не зря шли. Ультанул. Жирный, который с нами бегал. Сейчас будет Русь матушка. На. Я за Ксюшу играю. Нормально я настрелял. Косарь 100. Ну хорошо, что бил. Я вообще пить кое-как. Подрывник 103, охотник за головами 38, нифига. Я где-то даже в топе. Жесть. Раздавало авто. 2. Забирай, Серега, тетку. Сейчас. У меня тут херово куча пушек. Лучше, ну это, как она, прокачалась. Да. Так, желаемый персонаж. Оксана. Ксюша. Так.
с РК начать. Все. Това. А чё, этот Вася с нами не пошел? Втроем поиграем. Мы вдвоем играли с них много раз. Миша за хипстера какого-то играет. За террориста. Этот, как он, блин. Орландо Блум на минималках. Орландо Блум, Russian Edition. Ты там чё, всё донил, мы до сих пор в телевизоре? Угу. А там же Серега, короче, еще в главном меню коллекция есть, и, короче, да, для каждого персонажа это история. Я знаю. Смотрел уже? Да, только там надо пройти уровень, хотя и хотя бы один. Не, ну, просто поиграть, не обязательно ее проходить. Ну, да. Не, по-моему, пройти надо. Пройти уровень, это, по-моему, завершить, да, типа, один уровень, да, что-то такое. Ты, типа, если сливаешься, то... Зачет. Не, ну ты как бы все хистори можешь открыть, там, не знаю, на первом уровне сложности, нахрена сразу на пятом-то лететь их открывать. О. А кто отвалился? Я. Москва Сити. Долгожданная ошибка появилась. Ну, заходи. Ну, запускаю. Сергей, Иван, Адский, чё? Что? А, все, я понял. Это боты? Да, я понял. Ну, конечно же, все русские знают very good English language. Нормально. Of course. Yes, of course. Да. Не, ну они нормально так-то на английском разговаривают. Так, пока запускается. Я отлучусь. Ага, покурить пошел, да? Ну, пока потихоньку. Да хорош этих говнюков убивать. Как сам, как лицо. Нормально. Ну, сотрясение не получил. О, я сейчас, кажется, получил. Тут типа по стелсу можно. А, нет, нельзя. Ну вот, а я пистолет с глушителем достал. Да ну хорош, я же в сторону ушел. А они поворачивают, они не тупо по прямой бегут. Патроны на пистолет кончились. Так, вы вдвоем? Да. Да. Знак свыше, да? Ну, эпизод один. А, мы да, вроде. Средняя же сложность, да? Да.
А ты типа к нам подключиться не можешь? Вот я сейчас... Не, он может, но ему поиск нужно игроков. Блин, это не вы. Миша, там граната! Я не очень могу остановиться, когда тут это, самурая играю. Когда вошел во вкус, да? Да-да-да-да. Остается надеяться только на 50% защиту во время ближнего боя. О, граната. Там херня кричащая где-то была. Была. Тут дробаш валяется. Здесь вот еще что-то лежит. Сейчас посмотрим. О! Со спины это идут. Это мое. Да, ё-моё. Отходи! Миша, отходи, говорю. Да, ну зачем? Я... Да ё-моё. Чувак уже одну погоняет. У нас же средняя этот, сложность. Третья сложность, да. Третья сложность. А патрончики, патрончики. Что тут? Карабин, не карабин. Вас найти не могу. Что еще есть? Ой. Так, ладно. А. Так, что-то тут еще есть. О, аптечка, я заберу. Так, у вас патия еще не занята? Нет. Нет. А ты присоединиться-то к друзьям не можешь? Угу. Я сейчас вас найду. Find the sensor control panels. Я вообще яру со стихи. Find the sensor. Нормально, чё? О, я нашёл вас. Ну, у нас как раз одно место осталось. Буду играть за миллиардера. Есть хрень всяк. Another panel over here, over here. Гранатки. Блин, я реально не могу. А ты смоги. Чё они все так далеко? Я не могу реализовать себя, когда они так далеко. Так, ладно, я похоже по оружию поищу. Понял, оружия нет, да? Рип, рип. Черт, была. Ай! А! Это Данил тут опять шалит. Он был. Смотри,
пуль нету. Так вот здесь. Я знаю. Запас. Просто не кончается, но здесь очень быстро. Так, теперь, короче, у меня персонаж забывался, он бесконечно кашляет. Бывает. Простыл. В Москве холодно. Шарфик одень. Открыли. О. Вот, спасибо, что вы в комнате все поставляли. Так, ты левую сторону пострелял уже? Я чекнул, да, там нет ничего. Справа тоже ничего нет. Не зону смотреть. За шкафом справа, глянь еще. Ага, да, да, да. Базука. Пусто. Я возьму базуку сейчас. Ой, тут дяденьки бегут. Я пуст. Здравствуйте, как дела? Ребят, я болею за вас. Но да ну нафиг. Нафиг этого психа. Я жду, когда он поближе подойдет, чтобы ему меч в голову воткнуть. Ракета. Дайте мне мой карабин. The rest of you check weapons and stock up. Да. Look over here. Дайте мне еще ракетницу. О, ракетницу, парень, ракетницу верни. Арбалет. Кто хочет, чтобы? Кто голосует за то, чтобы я взял арбалет? Бери здесь как раз. Где здесь будет как раз? Чё, всё, начинаю. Не-не-не, я ещё не всё чекнул. А, ну, тут я... как бы тебя не спросили. Ну, с какой стороны? Где? Look, there, блин, чё-то у них ягоня. Моста. Он за бридж. Он за бридж. Бам. Knocking them down. For God's sake, keep them back. Знаете, озвучка персонажей у этих, как будто они на ломаном английском разговаривают. Так они и так на ломаном английском разговаривают. Это ты не понимаешь, это Russian акцент. Какой же он все-таки бестолковый. Бумажков. Бумажков? How close are you? We're pinned down. Rest in peace.
красная, да? Ага. Ну, гранатометом. Чувак, стреляй. Какого черта столкнул гранатометом? Ого, он там присандалил пацанам. А, Миха слева, мучай. А, что тут? Блин, у меня побольше. Блин, в забор еще врезался. Снаряд. Сюда идите. Все сюда. Сейчас к нам сюда не на того пошло. Блин, бумажка. It's full of supplies. Get the supplies and head to the church. Немножко спецэффектов. Red Square is no man's land. We'd never make it. Это очень легко. There is a chance. Третья сложность, да? Вообще на язык. And you're a smart man, but you're lost. Ты стреляешь, 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 как-то все. Да не, на самом деле при хорошей пачке и на пятой сложности также проходит. Ну, да. Там с гранатомета нормально всандалило этот в кучу прямо. Ну. Блин, я всего 200 зомбарей был. То-то вот он на первом месте 700, там просто, наверное, штуки 4 положил. Класс. О, Ачка матч третьего. Че там уже с глушителем? А, или там на пятом только глушак. Сейчас посмотрим. Так, во-первых. О, 25% урона по особым зомби. Так, и... Ачка матч третий уровень. О, фига, время-то. Что там надо? Час ночи. Да, час только пройдем и все спать. Я думал, на пару часов меньше. Нифига ты. Так у тебя внизу там время пишется там... Год, там месяц, число. Мелко слишком. Ты че, кто там че читает? Я. Yeah. Хотя можно свичнуться на второй монитор просто вот как вот посмотри, сколько там время. Помнишь, Мих, как это долго проходили уровень? Жестко было. Бумажков, you and your team stay in the sewer with Svetlana. Watch the tunnels. We'll scout ahead and let you know when it's safe. We've got company. Stealth. Что, Данил, там нет ничего, что ли? Нет. Сам офигел. Вот точка. Something happened here, and it wasn't good. We're seeing signs of a fight. Ой, скример жил. Svetlana, we found your team's last location. No survivors, only their truck and some boxes. I need to see. I'm coming in. It's safe for now. Бумажка, hurry.
Открывашка. Вы чё сделали? Бум. Ничего. Стелс сломали. Все нормально. Все по стелсу. А, тут этот алкаш сидел. А, мне же пофиг, ну, точно. Еще алкаш? Нет алкаша. Вот там, походу, идет. The resistance used to hide supplies down here. We should check behind the locked doors. Maybe they left something. Чё, куда ты? О, красавчик. Сейчас тебе бумажку. Правильный выбор. Где этот алкаш? А ну выходи, драться будем. Ладно, понял. Данил, вот ты его опять закрыл. Это я тут бегаю. Нет, Данил нет. Прямо опять к своей головой в прицел вылез. Я здесь стою, вот именно в этой позиции. Ничего не знаю. Кто дверь открыл? А кто-то ее не закрыл наоборот, когда она говорил закрыта. Иди сюда. Она была закрыта. О, алкаш. Как думаете, если я ворвусь в толпу зомбарей, я выживу? И тебя не прикрывать? Я не знаю. Тогда вряд ли. На характере хочу. О. Я прикрываю. Ты меня пугаешь сейчас после катки. Машина взорвёт, попал в стекло и снаряд сквозь тачки прилетел. Мясо, мясо, мясо. Серега, по сторонам смотри. Ну, как бы, есть люди, которые сзади меня стояли. Да, но когда я на перезарядке, как бы, на этом все. Серьезно? Там что-то еще шипит где-то. А, тут это багованный скример. А какой год это сейчас? Ну тут. Да хер знает. Наши просто дни. Тут. Просто тут пятерка стоит. More likely to find a drop of vodka in a church. Oh yes. Oh yes.
взяли? Я беру. Ну как беру? Так, блять, я и. Дауншут. Ты перед лицом не бегай, я не буду дауншут тебе делать. Короче, я тебя нашел. Сука! Так, скример наверху. Может, он нахрен где? Быстро на второй. Да ну, у меня сотрясение. А, нет. Нет. Поэтому я говорю быстренько на второй. Да вы хорош. Пол холодный, ребят. Да ладно, пол холодный. Прыгай, согреешься. Опять там убили, да? Look, there's a radio truck. There's a cable leading into the mall. Give me a second. This is gonna sting. Thank you, my friend. Have a look at this. Using this, Tim. Че, врываемся? Ты как? Вырвался. Так я его пути не ударил, но... Ух, гранатомет. Ну не убил. Аптечка? Где? Я там подсветил, да. Все, забирайте. Ну, вообще, он рядом где-нибудь. Сука, я промазал. Там все еще зомбар свисший на парковке. That screamer needs to die. Kill that screamer. Где screamer? А он на улице. А? Ну ладно, ребят, там зомбари в спину нападают. Я просто физически не могу всех расстрелять. А, ладно. Сука! Ой, ребята, он здесь рядом все. Нет, я крикуна убивал. А, ну... О, мы тут в здании немножко лежим. На втором? Да. Там алкаш. Там алкаш и химик. Алкаш на и еще там один химик. Алкаш возле кого? Около меня. Ближе. Help me. On your feet.
This is gonna sting. We've got a bomb! I thought he'd never go down. Voltage grid up and running. Серега, иди сюда. Hold still. Блин. I'll be okay now. Reloading. О, ППшка. Ща по кайф. А куда он бежит? End of the line, creep. Уже нигде. I'm reloading. Found the radio. Upper floor of the mall. No one's here though. Пила. On our way. Че, ребят, по пивку? Налево? Давай. Ты дырочки делаешь, чтобы потекло или чё? Let's get out of here. Wait, this radio. We should warn people about the nerve gas. Any survivors? Чёрная дверь открыта. Great. You have to remind us about survivors. О, пошли. One of the strike team members would have had it. Start looting! Hurry! Got nothing here! Nope, not here! Все, я понимаю. Газовщик. Kill that screamer! С моей стороны идут. Обыскивал. Nothing on this guy. Defenses. Must be something. Look over here. Нашел. Чё тут? Тут штурмовой дробовик и ППшка есть. У меня круче, у меня вектор. Угу. Тоже. Stay quiet and keep out of sight. А где толка что? А, не, у меня не вектор, у меня это. Или это тоже вектор? Крис который. Че, запускаем? Угу. This is gonna sting. Gas back. That's disgusting. Давайте на улице встретим только. Сейчас я запасусь. Гранаты. Reloading. Knocking them down. Stand your ground. Ты
пипец. Отступаем. Не отступаем. Закрывай дверь. Все внутри? Нет. My God, I'm good. Все уже. Остывает. That screamer needs to die. Крипу на ёбну пойду. Я убью его. Kill that screamer. Что за привычка, чувак, это тебя закрыл. My hands are shaking. Give me a second. Ready to transmit. Go ahead. If anyone can hear my voice, leave Moscow immediately. Do not pack your belongings. Do not wait. Leave now. The city will soon be No one will survive. God be with us all. I set it to repeat. Let's go. Shit! Let's get out of here! Move! О, бегут. Knocking them down. А, блин. Снаряды закончились. О, я не ту кнопку нажал, не ту кнопку нажал, беги. Серега, зад отойди немного. God, carry our message to the living. What makes you think you can? How far to the bunker? Not far. Ну и все, на сегодня хватит. Ага. Ну что, Серега, как тебе? Ну, такое непривычно после танков, корабликов и всякого прочего. То есть... Экшен какой-то, да? Непонятный. Да, вот когда вкачаешься... Ну не то, что экшен, а то, что это... Короче, мышкой надо крутить больше. Интенсивнее. Ну это да. Ну все, в России остался на локации, и потом Токио, две катки. Ну все, всем спокойной ночи. Да, давайте ждем. Пока-пока. Давай.